Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, поехали по ежедневкам. Посмотрим. Разыграйте 3 горошины. Так, выиграйте многопользовательскую игру и нанесите 20 единиц урона героям «Ночной колпак». И у нас еще громкое событие. Давай попробуем пройти. Тройной кулак начинает игру с орехом-здоровяком. Удастся ли вам обучить его тонкостям ремесла с этой колодой, телепортистом и зомби-джентльменом? Я фиг его знает. Давай попробуем. Чему мы там вообще его можем обучить? Так, отравной кулак, значит, у Бонг Чой. Ага. Давай смотреть. 2 единицы урона по земле. Это, мне кажется, тупо было. Ага. Блин. Как бы тут лучше сделать-то? А вдруг нам дадут нормальную какую-нибудь заклинашку, да? Давай проверим. О! В принципе, неплохо. Погнали. Замечательно. Пропускаю ход. Кого он сейчас поставит? О-о-о-о-о. Вот это вот не надо делать. Дай кого-нибудь нормального. Е. Так, бонусная атака. Да, ладно, поехали. Сейчас защита сработает. Нет. Пока не сработало. От груши это, конечно, беда. Так, ну давай, во-первых, посмотрим, что нам здесь выпадет. И возьмем дополнительную энергию. Поехали. Вот он что делает, а? Ну, грушу мы с тобой, понятное дело, разберем сейчас. У нас есть ракета. Или все-таки сделать, выпустить. Давай, наверное, вот так вот я сделаю. Пускай бомбит. Ах ты, жук навозный. Ну, в любом случае, ребят, по-моему, ему крышка, да? Раз, два. Кричит там. Блин, мне пока сделать здесь нечего. Хи-хи-хи, хихикает он мне здесь. На тебе, хихикала. Ну, срабатывает защита, понятное дело. И крышка. Все, друзья, победу здесь мы одержали. Так, ну а теперь давай ежедневки выполнять. Значит, там нужно было разыграть 3 горошины и выиграть многопользовательскую игру. 3 горошины. Это я все могу уложить, в принципе, в один бой. Это с ночным колпаком. Там это все есть. Вот ночной колпак. Дай-ка я посмотрю, какая тут колода. Специфическая, ребята, но попробовать, наверное, стоит. Давай попробуем. За этого ночного колпака сыграть. Разгром. Интересно, на чем? На гаргантюахах или на спортивной колоде? Ладно, давай так попробуем. Ну давай уничтожим его. Что нам делать? Пускай сюда летит.
Поехали. Мог бы, конечно, я его сдуть, но не стал. Кто у тебя там, сумоист? Давай я вот так вот сделаю, посмотрим. Сумоист. Он этот грибок сейчас просто передвинет, да и все. А, даже вот так вот. Вот я думаю, есть ли у него... Блин, у него есть шары или нету? Давай проверим. Блин, рискованно, конечно. Я попробую, ребят. Сумоист. И валун, да, у него еще, наверное, будет. Или безумие. Тут одно из двух. Что-то он не стал тут особо тратиться. Хм. Песик, да, значит? Получает 1+1. Как тут лучше сделать-то? Чушь, если я сдую этого, но... Ладно, попробую, я рискну, ребят. Отлично, теперь давай вот так вот сделаем. Проверочка. Безумие, значит, все-таки безумие у него было, да? Я тебя понял, парень. Я тебя прекрасно понял. Твою налево, ну что это, ну что это выпало, блин. Так, ну я так понимаю, у тебя там сумоист? Наверняка сумоист у него. Так, что мы можем здесь поставить? Ну давай, наверное, вот так. Сумоист, и здесь тоже сумоист, да? А нет, ребята, вот он как делает. Хорошо. Блин, где ландшафт, ребят? Мне нужен ландшафт на самом деле сейчас. Вот так вот, да, значит, ты решил? Это было, конечно, немножко неудобно. Так, я вот так вот сделаю. Чуть-чуть здоровья. Блин, ну по идее у него спортивная колода, ребят. Единственное, что вот мне не хватает, так это ландшафт. Дали, ну поздно они дали мне этот ландшафт. Ну все-таки гаргантюаха, да, значит. Поехали. Ну, чтобы урон не получить, да, наверное, стоит уставить сюда? Наверное, стоит.
Так, давай еще, наверное, вот так вот сделаем. Понятно, короче. Сдулся. Ну, в принципе... А, мне нужно было 20 единиц урона нанести. Ну, а мы... Мы не нанесли. Мы 8 нанесли, получается, да? Нам чуть-чуть не хватило. Но зато... Блин, 3 горошины не разыграл. Ладно. Значит так. Надо ночным колпаком еще доиграть. И про горошины. Я не могу понять. У меня же вроде бы здесь... Должны быть горошины. Так, это не на этой колоде, видимо. Ладно. Попробуем еще, ребят, сыграть. 3 горошины, это знаешь, у кого? У зеленой тени. Все, я вспомнил. Блин, опять выдают мне разгрома. Ну давай, наверное, так оставим. Надеюсь, у него нету гаргантолога. Это будет просто беда. Ну что, поставим или как? Давай поставим. Трать свой шар. Если у тебя есть шар, то трать его. Не стал. Видимо, у него хпшка есть. Кто там у вас может быть? Посмотрим, кто. Сумоист. Угу. Твою дивизию. Что у тебя там? Только не говори, что безумие. Безумие, ребята. Конечно же, безумие. Что может быть еще? Твою налево. Так, ну давай. Блин, не так опять сделал. Надо было этого поставить на воду. У нас как всегда. Ну, еще один сумоист. Я почему-то не удивлен этому. Ого, вот он как делает. Отлично. Да, конечно. Хотя, почему? У него может получиться, в принципе. Хотя, ничего у него не получится. Мы сделаем так. Довольнуть его, наверное, надо, да и все. Поехали. Никакого добора карт мы ему не дадим. Угу. Пошел отсюда нафиг. Так. Это нам пригодится, наверное. Да где ландшафт-то? Твою ж налево, блин. Блин, а вдруг у него валун есть или еще что-нибудь в этом роде, а? Ага, вот что у него было. Окей. А че?
Любой урон, что ли, наносит? Нифига себе. Ну да, ребят, на гаргантюахах, я так и понял. Сейчас начнет тут, короче, нервы мне выносить. Мозг. Так, что, восстановить себе здоровье, естественно. Что он еще тут может сделать? Да, ребята. Да что ты мне своими ягодами-то этими? Твою налево, короче, понятно все, ребят. 5 и тут 6, короче, кранты. Все ягодки, естественно, погибают. Нафиг мне вот эти ягоды-то нужны были сейчас, вот в данный момент. Ёп, красоты. Конечно, дебилизм в полной категории. Ладно, ребят, я нанес ему 21 урона, теперь пошли горошин разыгрывать. Это у нас, вот, мастер, блин, по горошинам. Давай посмотрим. Что-то как-то странно, ну... Я, конечно, попробую сыграть. Странная колода. Но зато здесь очень много горошин, которые нам нужны. Да, не самый лучший вариант, конечно, драться против профессора «Мозговая атака». С его доборами, с его вот этой всякой дребуденью, которую он любит делать. Поехали. Я даже менять ничего не буду. Оставлю все как есть. Интересно, у него есть валун? Или какая-нибудь молния, что-нибудь из заклинаний? Так, поехали. Абсолютно ничего не стал ставить он. Ну, я думаю, что у него есть какая-нибудь там заклинашка 100% уничтожительная. Ну, или еще что-нибудь в этом роде. Срабатывает защита, и еще у него будет добор, получается, да? О, еще утворяет. Давай я сделаю вот так вот. Посмотрим. Блин, жалко, что сейчас защита сработает. Давай, применяй заклинание, прокачивай мне орех. О, даже как. Спасибо. Такс. Это он типа прикрылся, да, получается? Кенгурушка. Блин, кенгурушка-то, это, конечно, все хорошо, это все замечательно. Прикрыть мне ее никак не получится. Давай так сделаю. Поехали.
Давай, давай, давай. А что ты не стал заклинашку-то применять? Яйцо. Эх, друзья мои, яйцо он поставил. Давай смотреть, кто там у него вылупится. Давай заклинашку какую-нибудь. 2 единицы урона всем. Так. Так. Ну что, у него 5 хп? Блин. Стоит его ставить, а, друзья, или не стоит? Он даст нам 2 карты, если мы его поставим. Ну что он там задумался-то, ё-моё. Так, естественно, надо поставить сюда, да, на прикрытие. Я нисколечко не удивлен этому. Ай, какие хорошие карты мне выдали, спасибочки. Надеюсь, у него нет там бомбы никакой. Это ты зря делаешь, я его уберу потом. Он-то вообще пока не знает. Ну, узнает. И ландшафт мы поменяем, да? Вот это вот плохо, вот это вот плохо, ребят. Орех. Такс. Этого нам невыгодно убирать, если честно. Поэтому мы его оставляем здесь. Угу. Вот так вот он сделал. А что, я предлагаю, наверное, сделать следующим образом. Вот так. И, наверное, все-таки вот так. Пока все. Естественно, он может сюда кого-нибудь поставить. Без астронавта. Но если он делает акцент на заклинашках, значит, у него что-то, ребят, припасено. Что-то припасено. А что? Что он может сделать? Если я вот этого поставлю, то он чувачка с этим, с колесом, да? Обязательно сюда заюзает и уничтожит мне картофельную пташку. Картофозавра. То есть нам как вариант сейчас вот ставить сюда. Нет, вот сюда ландшафт. На ландшафт худо-бедно кого-нибудь выставить. Ну, то же самое орешек. Фасоль. Не говоришь, что ты заешься, парень? Да, друзья мои, он сдался. Или отключился, тут 2 варианта. Но мне кажется, ему не стоило сдаваться. Потому что тут можно было бы еще поиграть. Вполне играбельная, как бы, ситуация. Тем более с этим. Если у него, конечно, одни заклинашки только остались, да и то бы он мог спокойненько тут разрулить ситуацию. Ну что, друзья мои, ежедневки все сегодня выполнены. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.